Избежать лишних и ненужных споров помогла и запись видеорегистратора, которую предъявил инспекторам водитель Nexi. Она действительно подтвердила, что корейская машина стояла в тот момент, когда ее сотряс мощный удар, полученный от Toyota. Просто на светофоре, на красном. На светофоре, да? Остановился, у меня даже есть запись. На всем ходу влетело. Перепутал педальми или, не знаю, мог от усталости ехал, не знаю, да. Ну, в общем, недоразумение такое. Недоразумение, да. Я это... Может, сын пришел с армии от радости, или так, это 18 числа, не знаю. Поскольку разногласий между участниками ДТП не случилось, и мужчины заранее согласовали между собой, что писать в объяснениях, все необходимые бумаги инспекторы оформили достаточно быстро. После чего хладнокровные мужчины расстались, резонно согласившись друг с другом еще в одном. Самое главное, что никто из них не пострадал физически, а помятые кузова машин – дело поправимое. Динар Усманов, Игорь Бызов, Эфир 24.